композитор и дирижер, выдатный педагог, один из сотворальников национальной оперы, классик белорусской и польской вокальной лирики. Ягоное житё было поделено помеж Белоруссией и Польшей, а сердце належало и Вильне, и Варшаве ровно наполову. Станислав Манюшка народился у фольварку Убель на Меншине у 1819 году и належал до старожитного белорусского шляхетского роду. Первые хлопчика с музыкой познакомила мать, якая добра грала на фортепиано. Чуть и разуметь пригожее, Станислав Манюшка учился у белорусской народной песни, а свое натхнение для первых творов знаходил у национальном фольклоре. Белорусские народные мотивы будут присутничать у творчести композитора тягом усяго ягонага життя. Адукацию будучи композитор атрымліваў спачатку у Менской музычной школе, потом у Вильне. Пасля займаўся у ректора Берлинской певчай академии Карла Фридриха Рунгенхагена. Менавіта у Менску адбыўся творчы дэбют Станіслава Манюшкі як композитора. У 1834 годзе водевиль «Канторские служащие» был приязно сустрэты мясцовой публикой. Меўся протяг, и у 1841 годзе у Менску, а праз два гады у Гародні, был поставлены одноактный жарт «Лотерея». У 1840-1858 годах Станіслаў Манюшка стала жыў у Вільні, працаваў арганістам і дырыжорам, займаўся выкладаннем і стварэннем уласнай музыкі. Восемнадцать годов с 1840 до 1858 Станіслаў Манюшка был органистом и дирижером у Вильні. Дарэчы, ён граў у касцёле Святого Яна на арганах, вывезенных з Полацка собора Святого Стефана, які расійскія колонізатары ператварылі у православны храм. Пра грамадска-палітычныя погляды Манюшкі у той час можа сказаць кола ягоных сяброў і знаёмых. У гэтае кола самых блізкіх сяброў уваходзіў Ахіл Банольдзі, спевак, танцмайстар, італіец паходжання, які стаў літвінскім патрыётам і паплечнікам Каліноўскага і Звяздоўскага па працы ў падпольным камітэце, які рыхтаваў паўстанне 1863 года. У гэтае кола ўваходзіў Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, адзін са стваральнікаў новай беларускай літаратуры і аўтар шэрагу лібрэта для музычных сцэнічных твораў Манюшкі. А ў верасні 1841 года Менскі Бамонт прымаў камічную оперу «Рэкрутскі набор», што выконывалася з нагоды прыезду ў горад новага генерал-губернатара. Аднак знакавай гэтая падзея стала таму, што з'яўлялася першай спробай супрацоўніцтва Станіслава Манюшкі з маладым і яшчэ не вельмі вядомым драматургам Вінцэнтам Дуніным Марцінкевічам. Гэта быў пачатак беларускай оперы. Вяршыні іх сумеснай працы стала аперэта «Ідылія альбо сялянка», што 9 лютага 1852 года была прадстаўлена спачатку менскай публіцы, а потым ставілася ў Бабруйску, Слуцку, Нясвіжы. Гэта быў першы твор, у якім дзеючы асобы сяляні загаварылі са сцэны па-беларуску. Звярніце, калі ласка, увагу на такую чесную повязь з іншым беларускім геніем, з Дуніным Марцінкевічам. На лібрэтта Марцінкевіча Манюшка ствараў оперы, дзе ўводзі ў этым лібрэтце была ўведзена беларуска мова побач з польскай. Ідылія, чарадзейная вада, рэкруцкі набор. Всё гэта звязана напрост з Беларусі.
это настолько актуально, настолько честно переплетается с нашим национальным життем, что до сегодняшнего дня белорусские театры весь час обновляют, ставят по-новому оперы «Манюшки». Еще один триумф Станислава Манюшки, что относится до белорусского периода жизни композитора. Опера про подманутое кохание Галька. Яна ставилась спочатку у Вильни и Менску, а у полной сценичной опрацовцы прогучала у 1858 году у Варшаве. До конца стагоддзя опера «Галька» ставилася каля 500 разоў, у тым ліку ў Празе і Петербургу. Пазней пастаноўкі «Галькі» ўвайшлі ў рэпертуар многіх тэатраў па ўсім свеце. Станіслав Манюшка нарадзіўся пад Менскам, але смела можна назваць Менчуком яго. Ён там вучыўся, ён там пачынаў і паспяхова будаваў сваю кар'еру. Ставил свои оперы, свои творы в Менску. И треба звернуть увагу, что все эти творы были вельми честно связаны с белорусской народной музыкой, с белорусским фольклором, белорусской народной культурой. Навод один из его критиков творчества написал, что «Коли Манюшка створал оперу «Пария» про життё нижейшей касты индийского населенства, то он, цитую, у думках бачу индийских парев, опранутых у белорусские портки». Но вот так это оценили. Сучасники бачили, усведомляли эту сувязь с народом. Только апошние 14 годов он жил у Польши и поспел за этот час стать классиком польской музыки. У тым же 1858 годе Манюшка переезжает в столицу Польши и становится главным дирижером Варшавского оперного театра. И за наступные 14 годов белорусский композитор перетворится у классика польской оперы. Не варто забываться про то, что апрача амаль 20 опер, трех балетов до целого шерогу інших инструментальных творов, Станислав Манюшка написал каля 400 сольных песен. Вельми шмат з їх створены на основе белорусского фольклору. Например, цикл песни про Нёманских вёсок, пленный выник супрацовництва композитора с поэтом-филоматом Яном Чачотом. Музыка не только мова, что передает певную думку и почуццё, але еще и выява певной ментальности, национального характеру народу. Так писал про справу своего життя славутый классик и педагог, белорусский и польский композитор Станислав Манюшка.